Самое доброе утро. Меня зовут Николай Масляков, я шеф-повар ресторана «Папа Карло». Сегодня мы порадуем наших детишек сладкими тостами с вареньем и мороженым. И для приготовления нам понадобится батон, либо какой-нибудь белый хлеб, яйца, молоко, сахарная пудра, сливочное масло, мороженое и домашнее варенье. Итак, для начала мы приготовим кляр для наших тостов. Мы возьмем куриные яйца. Думаю, два будет достаточно. Разбиваем. Добавляем немного молока. Для сладости сахарную пудру. И перемешиваем при помощи венчика до однородной массы. Наш сладкий кляр готов. Подготовим хлеб. Мы используем белый батон. Нарезаем тонкими ломтиками. Затем нужно разогреть сковородку и растопить в ней сливочное масло. Обмакиваем кусочки хлеба в нашем сладком кляре. Наши тосты обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Готовые тосты укладываем на тарелку. Добавляем шарик ванильного мороженого. Мороженое будет таять от горячих тостов. Получится некий такой сливочный соус сладкий, что очень любят наши детишки. И дополняем домашним малиновым вареньем. И добавим пару веточек мяты для аромата и цветовой гаммы. Итак, если вы немного проспали, воспользуйтесь нашим рецептом приготовления вкусных сладких тостов. И ваше утро будет самым добрым и сладким.